немного красоты из Ашана, новые тарелки, опаловое стекло. Вот такая, например, диаметром 19, 138 рублей. Есть побольше за 227. И салатник из этой серии глубокий за 265 рублей. Всегда много оригинальных кружек. Выбор просто огромный и постоянно привозят новинки. Например, вот такая такса 324 рубля. Это фарфор и объем 460 миллилитров. Animal серия. Вижу только жирафов 437 рублей. Опять же фарфор 450 объем. Текстиль для кухни праздничной. Давайте посмотрим. Прихватки 100 рублей. Рукавички 160. Это вот я только такой цвет показываю. Другие по другой цене. Это уже скатерть рогожка. Размер у нее 150 на 145. Здесь бы еще разобраться. 899 рублей. Есть еще сидушки мягкие за 460. Полотенца 140. Очень яркие, красивые цвета. Вот эти тоже симпатичные, но они уже подороже почему-то. 229. 220. Груши, лимоны 108. Полотенца за 242. Фартуки 60 на 70. 579 рублей. Есть вот такие. Есть, конечно, на что посмотреть. Скатерть столовая 140 на 150. 1555 рублей. И опять же сидушки 473 рубля. Размер у них такой большой, я смотрю. Не написано, правда, здесь на ценнике. 40 на 40. А кажется, как будто больше. Деревянные подставки под горячие гортензии. Красивый рисунок. Ну и серия кастрюль. Также гортензии. 1600. 1400. 1300. Эмалированная сталь. Посуде бы хотела что-нибудь новенькое к празднику увидеть. Но это все уже было, друзья. Ну, давайте все равно посмотрим. Кружки 80 рублей, салатники 150. Вот такие тарелки большие за 150 рублей. Это фарфор все. И вот весь практически стеллаж в этих тарелках. А вот эти за 85. Такие за 110. И кружки еще 255 рублей. Ой, друзья, ходила, бурчала. Вот они, кружки новые. Нашла. 150 рублей вот такие. То думала, совсем ничего не выставили. Как это так? Такие за 249. 196. Есть горох 273. О, какая интересная кружка с ручкой такой. Вот это прям насыщенный, пренасыщенный цвет такой. 249 рублей. Маленькие стеклянные кружки. Солнышко.
за 100 рублей. Какой же у них объем? 210. А это уже красивые чайные пары от Дулевского фарфора. Плохо видно блюдце, жалко. Ну, хотя бы кружку вот так посмотреть. Вся в розочках. Стоит пара 499 рублей. А это замечательная кружка для любителей кофе, таких как я. 400 миллилитров, 465 рублей стоит. И с другой стороны есть вот такая надпись. Оригинальной формы заварочный чайник. Это фарфор. И объем у него 1,50 литра. Стоит 1346 рублей. В этом отделе тоже одна новинка нашлась. Это вот такая цветная конфетница, красивая, 11 сантиметров диаметр у нее и 644 рубля стоит. Это стекло. С обратной стороны посмотрите, какие еще декорации. Друзья, на эту штуковину я не нашла цену, она стоит как украшение. Подскажите, что это такое? Такая замечательная птичка. Интересная. И стоит она вот здесь. Ну, а кто собирается отмечать праздник на природе, пригодится вот такая одноразовая посуда. Очень красивая серия, называется 8 марта. 6 стаканов 70 рублей. 6 тарелок 110. Есть еще вот такой квадратной формы за 110 рублей. И столовые салфетки. Набор 20 штук. Двухслойные. 33 на 33 сантиметра. Гортензии, розы и тюльпаны. Они уже по 80 рублей. Детские покрывала. Материал верха перкаль. И наполнитель полиэфирное волокно. 100%. 1400 рублей. 140 на 200. Мешутки. Здесь уже какой-то другой рисунок. Так, вот это за 100 180 на 210 большего размера. И такое за 2099. Также ткань верха опять перкаль и полиэфирное волокно. Большая распродажа женских полусапог. Размеры у них с 37 по 41 за 1000 рублей. Чего здесь только нет. Много всяких вариантов. Смотрите, тяжелые, думаю, не очень удобно как-то носить. Так, есть вот такие на липучке, на замочке. Вот эти вот хорошенькие, знаете, такие, но липучка. Я почему-то липучки не люблю. Я люблю молнии. А, и вот там еще вдалеке есть на клепке. Застегивается. Ну и на шнуровке. Шнуровку я тоже чуть в последнее время не люблю. Хотя симпатичная. И цвет такой. Есть еще вот такой вариант тоже. Зашнуровывается. Они теплые. Также за 1000 рублей. С 36 по 41 размеры. Очень много косметических наборов в красивых упаковках. Одни упаковки можно только рассматривать, ходить часа два, наверное. А вот это не ожидала увидеть. Набор «Красная Москва». 779 рублей. Здесь вода парфюмированная и дезодорант. Когда-то у меня были такие духи в свое время. Ну и цветочки, конечно же, есть. Букетики, тюльпаны и горшечные, и срезочные цветы. В общем, друзья, если хотите поподробнее посмотреть, переходите на мой второй канал «Цветы и я» и посмотрите выпуск из Ашана. Там будут только цветочки.
На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Я с вами прощаюсь. Хорошего настроения. Пока-пока.